В общем-то, всем привет, дорогие друзья, с вами обычно я, Сапати, дорогие друзья, не помню, помните ли вы или нет, но, ребяточки, это у нас спидран по Майнкрафту, ребяточки, да, так называется рубрика, и нет, она называется не так не только помимо, а потому что в этой рубрике мы будем с вами проходить Майнкрафт от начала, ребятки, до конца, то есть с нуля и до дракона, да, а после дракона, не знаю, там может будет что-то сетевое и так далее. Ребяточки, голос записываю поверх, потому что в Xbox'е у меня, ну, я не нашел функцию, чтобы включить микрофон, поэтому, ребяточки, голос записываю поверх к первой серии. Конечно, в первой серии уже прошло довольно много времени, ребяточки, но, к сожалению, так вот, И так вот, спустя такое время, ребяточки, нашел этот ролик. У меня есть, еще там пару частей есть, ребяточки, но, к сожалению, данный мир уже удалился, поэтому я вам показываю сейчас последние ролики с этого мира, и потом создам новый мир, постараюсь сделать, ну, например, такие же ресурсы. Вот, и мы с вами продолжим выживать, ребятки, да. Да, но трек это было на другом профиле, которого уже нету. Поэтому, ребяточки, будет новый мир. Примерно, ну, с тех же вещей начну, на которых остановился, там тоже железо, это все. Железное сделаю и начну, чтобы люди, ну, не заметили разницу, вот так вот. Вот, ребятки. Так, пока что мы с вами бежим в деревню. Ребяточки. И, ребяточки, вот так, крипер. Странный крипер сейчас взорвется, ё-моё. Фу, тихо. Так, я вижу тут башню мародеров, ребятки. Башню разбойников, это жесть. Скопец скелет, так, кольчужная броня, ребятки, это жесть. Вот кто из вас молодов, ребятки, помните, когда была кольчужная броня? Именно в самой игре, когда мы её надеялись, очень креативы и так далее. И раньше её можно было скрафтить, в общем, какие-то там блоков огня. Ну, там, смотришь, команды, все такое. Но все равно это было круто. Фух. Ну вот, когда вот я сам играл именно, я, ребяточки, я тут что-то делал, конечно. Конечно, разбойников. То, что она именно вот здесь заспавнилась, это какая-то странная, странная генерация, ребятки. То, что рядом с деревней, прям, ну, рядом, прям, в ней. Даже не рядом, а в ней, прям. Заспавнилась башня, ребятки, разбойников. Конечно, странно. Сори, что запоминаю, сори, стрельбзи. Блин, давно не записывал таких разговорных видео именно поверх. Ну, вот просто не знаю, что сказать, вот. Я просто хочу сказать так, чтобы это совпало с моментом прям ровно, чтобы это не было как-то коряво, что-то такое, вот. Но все же не получается. Так, ладно, давайте выложим с вами все ненужные вещи. Кремень там. Вот это все дерьмо каменное, деревянное, какая-то она пока что девочке не нужна. Поставим две печки, будем тут готовить мясо, да. Приготовим баранину, потому что перекусить-то всегда надо, да. Да. Покушать надо всегда, ребятки. Вот лайк, кто любит покушать и в жизни тоже. И вообще мне интересно, вот, напишите в комментариях, ребятки, какая ваша самая прям любимая еда? Вот у меня, допустим, я люблю и домашнюю, да, вот, я люблю котлетки, куриные котлетки, допустим, с пюре и с грибным соусом, ребятки. А вы что любите, ваше любимое блюдо, пишите в комментариях. И напиток, наверное, у меня какой-нибудь там, не знаю, мохито, вот. А вы, ребяточки, пишите в комментариях. Не, если из домашнего брать, то какой-нибудь там морсик, или там квас свой, или какой-нибудь комбочек, ребятки, да. А, ребяточки, какое ваше блюдо именно из домашних, из фастфуда там и так далее, ребятки. Из стритфуда, ребятки, то пишите в комментариях, мне будет интересно очень сильно почитать. Вот. Так, такая вот штучка. Обычно в этой штуке закрывают голема, но здесь, ребяточки, голема нету. Здесь голема нет, здесь просто такая штука. Обычно таких штук закрывают големов, да. Ну, как я знаю. А, не, вот, вот она, там только в верстах стоит. Так, ребяточки, тут у нас кузница, так, хлеб, кожаные ботиночки. Так, а, нет, не кузница, не знаю, перепутал. Так, ладно, сделаем пока что, ребятки, пшеницу из стогов сена. И перекратим это все в хлеб, потому что хлеб всегда нужен. Хлеб всему голова, как говорится, да. Так, делаем шлем. Надеваем шлем, ну, да, все же близко. А вот, ребяточки, кузница, вот она. Так, заходим в нее. И, ребяточки, воу, нагрудник железный, железные ботиночки, ребятки. Обсидиан, обсидиан нормально, так, ребяточки. 6 штучек обсидиана, ребятки, это нормально, на самом деле. 6 штучек обсидиана. Железная кираса другая. Так, хлебушек еще и седло, ребятки. Но седло нам нужно, потому что мы будем с вами делать лошадь. Лошадь будем оседлывать. Оседлывать, не знаю, есть такое слово, короче. Седло нам все равно, ребятки, нужно, да. Потому что оседлать какую-нибудь там лошадку нужно, чтобы потом на ней кататься, вот. Как бы это сам не прозвучало,
пошло там и так далее, ребятки. Я все имел в нормальном смысле, ребятки, не подумайте, вот. Ну, прикольно, на самом деле, вот, локация, то, что так запомнилось, мне, на самом деле, это нравится. Вот, мне кажется, вот, я тогда не прокопался, мне кажется, надо прокопаться, потому что, мне кажется, там, может быть, была бы и Эндер-крепость. Ну, возможно, то есть не факт, но возможно. Так, ребяточки, на первом этаже мародеров никого нету. На втором этаже тоже никого нету. Ну, вообще, вам по секрету скажу, ребятки, нету никого в этой башне. Нет, ребятки, ни одного разбойника. А разбойники, ребятки, вы увидите где. Вот он, вот разбойник. Но именно в самой башне его нету, тут только один был. Ну, может, еще пару шуть будет, я уже не помню, ребятки, потому что ролик уже, блин, 2 месяца, 2,5 месяца. Так, опа, на пузырьки опыта, это, на самом деле, неплохо для зачарования. Стрелам понадобится, ну, морковка тоже, морковка пускай будет, ребятки. Так, пузырек опыта тоже. Важная вещь, на самом деле. Чтобы чаровать потом свои вещи. И, ребятки, и разбойники, вы не поверите, где. Они, ну вот, сейчас зайдет этот момент, ребятки, я скажу вам. Просто смотрим, тут ничего не происходит, там никого. Прикольный такой фонтанчик там. Флаг, всегда, вот я флаг хотел собрать, флаг оценить. Круто. Флаг не смог собрать, упал. И, ребятки, кто внимательный, да, заметил или нет, но там, ребяточки, вдали есть разбойники, да, ребятки. А не вот такой штуки закрывают голема, я вспомнил, да, там никого не было. Так вот, ребяточки, они вот там вот впереди, они там вот где-то впереди. Вот, ребятки, это там сбоку разбойники эти, да. А потом Ребзи будет жестко, потом будет интересно. Начнется рейд, то есть рейд будет интересно, потому что... В начале выживания рейд, когда у тебя только железная броня, ну это не до конца железная, то это интересно, смотри, сразу в рейде. Вот. У меня была сложность вроде легкая или нормальная, я уже не помню, на какое проходил выживание, на легкой сложности или нормальной. Но в любом случае, на в железной броне рейд это, конечно, не очень, потому что там быки и так далее, конечно, это весело, весело, типа, поугарать это более экстремально, ребяточки. Это более опаснее, знаете, да. Ребятки, сейчас мы с вами их найдем. Я специально вот тут залажу на дерево, потому что я понимаю, что где-то что, кто-то здесь рядом есть. Вы видите, сено тут, все такое, свинка там. Тут рядом есть. Я прям чуял своим носом, знаете, ребятки. Чуял своим носом. Да, ребятки, чуял своим носом. Так, там гнилая плоть. Нахер не нужна эта гнилая плоть, зачем она нам нужна? У нас с вами, ребяточки, есть нормальная плоть, зачем нам гнилая плоть? Фу. Нафиг надо просто. О, там еще, блин, там капец много флагов, на самом деле. Я вот раньше не замечал то, что там настолько много флагов, ребятки, да. Так. Скупаем камешек. Ну, я прям вот в тот момент прям чуял то, что там, ребятки, что-то есть. Что-то, ребятки, есть. Что-то есть. Так. Ребяточки, важный момент сейчас будет, важный момент. Ребяточки, фух, в следующем ролике будет уже рейд, по идее, если не забыл, так, чтобы просто овсу постричь, что-то такую траву, получать мясо. И ребятки, ребятки, вот они, разбойники, йоу, вот он. И типа, если его убить, то начнется рейд, начнется рейд. И у него еще был зачарованный амулет, там такой другой амулет. Вот, ну вот, у меня начинается эффект дурное знамя, ребятки. Начинается у меня рейд, как только я выйду в деревню, ребятки, начнется рейд. Ребятки, это будет жопа, вам такой спойлер. Вот, это реально будет жопа, блин. Я вам говорю, ребятки, ждите до следующей серии, там будет жопа. Да, вот на русской версии это называется налет. Ладно, Ребзи, всем удачи, всем пока-пока, с вами был Сапоседрю, ставьте лайк, подписывайтесь.